оперативным часом не считайте. Ну, я не молодой. Смотри, что делают. На ссылку пойдем. Спасибо, что вы пришли. Работайте. Матери, работайте. Вот благодаря таким людям вы сорваны пресс-конференция. Посмотрите. Какая пресс-конференция? Посмотрите на этого человека. Да, посмотрите. Она сорвала пресс-конференцию. У меня пятеро детей. Я работаю. Это не мешает вам открывать пресс-конференции. Даже с пятью детьми. Для прессы вызвали многодетных матерей на митинг. Мы приехали разобраться. Мужчина, подождите, вам что? Вам не нравится спокойствие нашей страны? Не нравится? Нам нравится проведение пресс-конференции. Зачем на митинг приглашаете? Рассылка. А почему рассылка? А кто вас вызвал? Договорите, вас вызвали. У нас ничего в чатах, никакой информации. Страны, да? Или что вы здесь делаете? Ахмара, ваш курсик? Я тут не приглашали. Кто это приглашает? На какой митинг? Где это написано? Где митинг? Нет, это не митинг. А, что нет, она говорит, что митинг. Это не митинг. На какой митинг? Вы врете, да? Ну-ка, объясните. В смысле врете? На какой митинг? Нет, а почему вы именно? Вы где были? На какой пять митинг? 5 месяцев мы вот мамы были. Где вы а теперь за день до выборов, значит, вам не рано было уходите, не уходите. Про какой митинг вы говорите? Про тот, про который у вас была рассылка. Вы кто вообще? Покажите. Вы кто? Вы что уходите от вопроса? Вам что, не нравится спокойствие страны? Какое спокойствие? Вот этот бардак в стране. Какой бардак? В котором вы, многодетные матери, не можете жить. Мы живем бардак. Мы вот так живем. Мы получаем по 3, по 5. Езжайте к себе тогда и устраивайте. Езжайте на Украину и там Майдан устраивайте. Вы меня не переключите. Вы